Власти Шанхая сообщили о смерти 3 человек от коронавируса впервые с начала ввода локдауна в конце марта. Скончались пожилые люди в возрасте старше 80 лет, имеющие сопутствующие заболевания. Отмечу, из-за вспышки коронавируса власти 25-миллионного китайского города ввели жесткий локдаун. Из-за строгих правил жители Шанхая устроили протесты. Им не хватает еды и лекарств. Чтобы достать еду, шанхайцам приходится включать смекалку. На кадрах удачная попытка ловли рыбы при помощи дрона.